8 июня профессиональный праздник отмечают социальные работники. Для многих своих подопечных они самые близкие люди. Всегда придут на помощь и будут рядом в тяжелую минуту. Сотрудников комплексного центра соцобслуживания населения сегодня поздравил глава города Апатиты. Алексей Гилеров пришел, конечно, не с пустыми руками. Больше подробностей в репортаже Юлии Астаховой. Алексей Гилеров – частый гость социального центра. И связывает его с учреждением не только дружба с директором и коллегой по депутатскому корпусу Светланой Марченко. Алексей Геннадьевич – председатель попечительского совета. Неделю назад он поздравлял подопечных центра с Днем защиты детей. А теперь всех сотрудников с профессиональным праздником. Каким надо обладать сердцем, чтобы работать с людьми, попавшими в тяжелую жизненную ситуацию? Вот я представить себе не могу. Но вы это делаете великолепно. Мы гордимся вами. В стационарное отделение для престарелых и инвалидов на улице Сосновой глава города пришел не с пустыми руками. Подарил полтора десятка картин, каждая обладает тонизирующим эффектом. Мы повесим по коридору, пускай они радуют вас, радуют ваши глаза. Вот идете плохое настроение, посмотрели на птичку, господи, ну это чего хороша, да? А чем я хуже? На сочных летних репродукциях разноцветные бабочки, птицы, белочки, словом, все то, что настраивает на позитивный лад. Что может быть позитивнее, чем естественная природа? То есть на природу смотришь, и уже какие-то внутренние жизненные тонусы поднимаются, поднимается настроение. Это очень важно для наших проживающих. Картины украсят стены актового зала, в котором недавно был сделан ремонт, групповые комнаты и этажи отделения.